Здравствуйте, меня зовут Светлана Налетова, я садовод, я рада приветствовать вас на канале «Сад без секретов». Вот уже середина апреля, и если у вас есть возможность выбраться в свой родной сад, на свою дачу, и если у вас в саду есть теплица, то вы можете в землю теплицы посеять зелень, цветы, редис, салаты, словом, получить урожай пораньше. Что для этого нужно сделать? Мы сначала проливаем землю в теплице, желательно это сделать теплой водой, делаем бороздки, насыпаем семена. Я вот поставила вот такие вот ящики, только для того, чтобы пленка и укрывной материал не ложились сразу на землю. И накрываем наши посевы укрывным материалом, или можно сделать это с помощью полиэтиленовой пленки. Сейчас пока у нас на Урале относительно, так скажем, низкие температуры, ночью даже опускается до минуса, но тем не менее в теплице уже достаточно тепло, и земля уже потихонечку прогревается. Все равно теплица пока у нас простаивает без дела, почему бы нам не получить самый первый, самый ранний урожай. Если мы выберем, скажем, редис с коротким вегетационным периодом, вот здесь вот 18-20 дней, то уже приблизительно через месяц мы будем хрустеть свежей редиской. Какие культуры вы можете сейчас посеять у себя в теплице? Это могут быть цветы, скажем, бархатцы или цинии. Это может быть зелень, базилик, петрушка. Это могут быть какие-то скороспелые сорта салата. Ну и, безусловно, наш любимчик редис. Если у вас есть такая возможность, и вы можете приехать в свой сад, в свою теплицу, то воспользуйтесь моим советом, посейте ранние овощи или цветы. Если вам понравились эти рекомендации, ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Сад без секретов». А в комментариях давайте обсуждать, удалось ли вам побывать в своей теплице, в своем саду, или вы пока ограничены режимом самоизоляции. Удачи!